кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Я никогда не видела снега. Красивый. Из-за него не разгонишься. Но зато так меньше шансов встретить людей. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Вон там. Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Незаметно.
Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я. Ну вот. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Алиса? У нас когда-нибудь так будет? Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но
Мы можем устроить все по-своему и тоже быть счастливыми. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Засыпай, Алиса. Сладких снов. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка про рыцаря? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая очень устала бояться. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но она знала, что не может. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину, но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать и найти себе настоящий дом. По пути они встретили очень много опасностей, но они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Я не знаю. Но у всякой сказки есть мораль. Дойдем до конца нашей и узнаем, о чем она была. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Снег все идет? Нам завтра далеко идти. Лучше выйти пораньше, чтобы никому не попасться. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим.
Но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть. О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что. Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Пожалуйста! Пусть девочка залезает! Карусель сейчас поедет! Thank you.